have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, они издеваются, и я ненавижу лифты. Лифт упал. Как я вовремя включил запись-то. Наконец-то, мне в чем-то повезло. То, что не тебя убило, ну да. Юмора здесь хватает. Я могу карабкаться по лестницам, круто. Ботиночки одни мы пропустили. В прошлый раз они у нас остались не собраны. Вам не кажется, что вон тут бюстик на что-то похож, да? Не хочу наступать на огонь, не хочу наступать. Вроде как ничего не сделаешь. Не знаю. О, опять этот снеговик. Привет, дружище. Давно не виделись. Construction. Construction site. Так, хорошо. Нам как-то... Я думаю, сюда нам эту штуку толкать. Ну, там так и сказано. Пуш. Быстрее пушить мы не можем? Не проходит. Есть идея. Нет, нет идеи. Минуточку, мне в другую сторону ее пушить? Ладно. Видимо, нам на эту лестницу тогда. Я думал, что нам к крану его надо будет оттолкнуть, но... Моя ошибаться. Lil Pete's Trash... То есть, мусорка маленького Пита... Наверное, мне на этот кондиционер. Да. И теперь все. Угу. Стоп! А, я думал, там вообще ничего нет. Это перепрыгивать надо. Так, тут тоже стой. Стоп, но стой, но как-то отстой. Но все! Фу, блин. Паркурчик. 2D-паркурчик. Опа! Опа! Нет! Ну я же ж прыгнул. Ак... Долетел. Я такой, а как это возможно? Видимо, возможно. Ну, жестенько, жестенько. Я не скажу, что легко прямо играется, жестенько. Я видел новую конкурсантку, Наташу? Не видел, но слышал, что она ничего. Ничего? Нет. Она просто красотка. Серьезно? Настолько красивая? Мужик, поверь мне на слово. Такие красавицы на дороге не валяются. Что-то мне подсказывает, что мы ее найдем где-то на дороге, да? О боже мой, снова ты! Лежать. Ты заплатишь за это. Ясно. Ты издеваешься, к черту. Я не могу просчитать, когда там надо прыгать. Мне постоянно кажется, что мне еще на один шаг хватит, а вот потом не хватит, и все. А ведь атаки не допрыгиваю, ну серьезно. Да почему чекпоинт здесь внизу-то, ну блин. Нет, за R вам огромное спасибо, я не спорю, но вот зачем чекпоинт внизу делать? Это же не по-человечески. О! Фух. Так, пронесло. Ага, обычно так в туалет ели. В следующий раз... я следующий Джеймс Бонд, ага. Джеймс Бонд. Ёпарасоте. Нет!
Угу. До свидания. Это... Фух, ну хотел сюда. И это тоже тебя ломает. Что-то я не всегда могу тогда понять. Зачем я сюда забирался, если мне теперь... А. Сюда я не могу допрыгнуть, правильно? Правильно. Все, я понял. Да. Я дважды на это попался. Раз. И что теперь? Да я не вижу, где там эта доска, которая шатается. Ну серьезно, ребят, ну это же бред. Тут видно эту доску. Все через shift надо делать. Блин, отвратительное место. На нее надо прыгнуть, с нее нужно разбежаться. Да ну про... Ну блин, ну чё не так-то? Да ну прыгни! Передавай привет бездне, да. Куда? А куда? А! Просто вниз, что ли? Проблема в том, что без шифта он еле идет. С шифтом он не прыгает так, как надо. Вон куда надо было прыгнуть. А я бы сюда приземлился, серьезно? Да. Управление реально иногда просто доставляет. Он такой замирает и все. Да, залезь! Ой, больно. Ага. Не знаю, вот этот момент мне сейчас прям не понравился. Ботинок нигде никаких нету. Ладно. Нет, в принципе, все классно, но серьезное управление, оно такое немножечко валкое и не всегда прям точно отображает все, что ты хочешь сделать. К сожалению. Так. Ты закончил 4-ю арену. Ну да, круто. Прекрасно. Какой же ты у мамочки особенный. Эпизод 1. The one with the hand. Тот, который с рукой. Ачивка приехала за первый эпизод. Возвращайся в лагерь.
Мы немножко не дошли, получается, до конца первой арены в первой серии. Как ты себя чувствуешь? В смысле, те шипы были острые. Да, все в порядке. Со всей этой защитой, которую нам выдали, было совсем не больно. Так-то так, но когда этот козел по нам пробежался, толку от нее было мало. Это они про меня сейчас, наверное. Да хватит ныть. У нас тут соревнования все-таки. Должны же быть какие-то рамки. А кто знает, что ему в следующий раз в голову взбредет. Не понимаю я женщин. Мы все видим, мы все слышим. О, вот это экранище. Надеюсь, передают что-то интересное. Какую-то морду передают. Звука нету. Странно. Ну, поехали. Ну и я, значит, прыгал, бегал туда-сюда. Мне это раз плюнуть. О, ты прям атлет. Обычное дело. Показать мой пресс? Да. Боже. Устрою-ка я ночную пробежку. Ты же знаешь, что нам запрещено покидать лагерь? А, ну конечно. В смысле, конечно же, я знаю. Тогда я лучше поприседаю. Можно с тобой? Разумеется, можешь на меня посмотреть. Мне это не снится. А судя по тому, что вот там вот дергается посередине, это персонаж женского пола. Ну, это я уже пропущу, пожалуй. А, спать? Или я могу еще? Видел те балки? Они, наверное, старше стены. Вообще-то они сделаны под заказ. Да иди ты. Серьезно, это как дорогое вино делать. Мой брат работает на лесопилке, где такие балки производят. Их пару минут пропитывают в термитном каком-то, чтобы получить нужную хрупкость. Нужную хрупкость! Поэтому они все ломаются одинаково. Прикольно, нам типа рассказывают, почему это происходит. Неважно, сколько ты весишь или где стоишь. Да врешь ты все. Зачем кому-то подделывать сгнившие балки? Для погружения. Так, это мы сейчас... Привет. Ты опоздал. Поговорим внутри. Итак, мы наблюдали за тобой на шоу. Отлично, как я вам? Вопросы тут задаю я. Блин, вредная докторина такая. Прошу прощения, сэр. Как ты сам оценишь свои результаты? Объясни. Ну, мне пришлось совершить поступки, которые я не слишком горжусь. Скорбить Бориса. Тебя кто-то составлял? Полагаю, любовь. Подробнее. Я толкал людей на шипы ради своей жены. Звучит романтично, продолжай. Меня до сих пор гложет то, что я ботинки взял. Я чувствую себя ужасно, но я должен победить, чтобы увидеть ее снова. Просто следуй правилам из инструкции WD-4D, и все будет хорошо. Я следую, сэр, даже тому, что написано мелким шрифтом. Старайся избегать подобного раболепия. В смысле? Раболепия, не показывая безоговорочную верность и послушность. Послушание? Послушность? Ладно.
В любом случае, завтра праздник. Место... А, всем положено хорошо проводить время. Я постараюсь. Будет салют. Обожаю салюты. Хотел бы посмотреть на них с женой. А не хотел бы посмотреть на салют с Наташей из группы? Не особенно. С научной точки зрения, Наташа является отличным образчиком женской особи. Я не замечал. Правда, ну правда, не обратил внимания. Что мне еще сказать-то? Наташа, наверное, ничего такая. Как думаешь, женская аудитория, шоу оценит такую объективацию с твоей стороны? Я никого не хотел обидеть. Столкнувшись с неоднозначным моральным выбором, протагонист показывает удовлетворительную реакцию на общественное давление. Я... На сегодня все. Хорошего эфира. Да. Похоже, комендантский час уже начался. Добрый вечер, сэр. У вас есть пропуск? Привет, ребят. Отвечайте на вопрос. Это же я иду в свою комнату. У вас есть пропуск, сэр? Но это же я. Я нам не подходит. Мы не можем пропустить вас без пропуска. Поэтому они называют, поэтому он называется пропуск. Серьезно, ребят, да я же единственный рыжий на шоу. Хотите сказать, вы особенный и пропуск вам не нужен? Боже. Что-что? Хватит спорить, есть у вас пропуск или нет. Спать на улице будет тяжеловато. Я что, не взял пропуск? Кажется, я пожелал тебе хорошего эфира. Возвращайся в комнату. Мне нужен пропуск. Без него меня не пускают. Кто? Полиция снаружи, полицаи снаружи. Возьми, вот, возьми, это но это последний. Есть какой-нибудь пропуск, абонемент на несколько дней? А, точно. Чуть не забыл. Спасибо за напоминание. Может, тебя заинтересует еще и недельный семейный абонемент в океанарии? Тут тебе не зоопарк, иди в комнату. Так, блин, дебилы! Что я могу еще сказать? Добрый вечер, сэр. У вас есть пропуск? Это же снова я. Нет, не хочу это пропускать. Он не спрашивал, кто вы. Он спросил, есть ли у вас пропуск. Ладно, вот он. Номер комнаты. 8. Спасибо, пропуск действительный. Теперь-то я могу пройти? Да, сэр, комната номер 8. Доброй ночи. Доброй ночи, потому что вы подавились. Б, бюрократия. Опять сосед. Привет, Джо.
Прости за шипы сегодня днем. Не, не хотел. Я не знал. Ну, прости. Просто... Не знаю. Тут ненароком вживаешься в свою роль, как те полицаи. Они все слишком серьезно воспринимают. Как будто мы и не встречались до этого. Но я все еще я. Ну, то есть... Неважно, какая у меня роль. В конечном итоге я остаюсь с собой. Так ведь? Ты замечательный сосед, Джо. Умеешь выслушать. Спокойной ночи. Разбудишь меня утром? Угу. Два раза. День второй, четверг, праздник отрицания. Доброе утро. Ботинок у меня так и не будет, да? Проснись и пой, тьма наступает. Ух. Джо меня снова не разбудил. Они тут все как бы это... Может, это у него роль такая? Или просто хотел, чтобы я выспался перед праздником? Что отличный парень был бы. Проследуйте на арену. Привет. Было проще быть у меня обувь. Да. Было бы прям хорошо. Забыл вчера спросить. С проектором, похоже, продешевили. Я могу? Да, я могу еще этим управлять. Стрелочками, в смысле, они W. Так, арена. Туда. Арена 5, между прочим. Интересно, что за празднование сегодня будет? Что они нам приготовили? Привет, Наташа. Привет, босоногий человек. Прости, но я не могу тебя пропустить. Нам не нужно пройти. Не могу, приказ сверху. И... Дыра сверху вижу. Красота какая. Отсюда салют выглядит как множество движущихся точек. А, вон лестница вижу. Снова ты? Надеюсь, там-то пробежать можно. Так, а здесь ничего не сделаешь? Эти лампы выглядят так, как будто за них можно зацепиться, но вроде не можно. Ёлки. Ой, чуть ногу не сломал. Черт! Ты со мной будешь разговаривать, не? А? Я понял. Ну я же уже прошел это место, ну камон! Кто это был? Черт. Так, хорошо, мы из... Ёлки! Иголки! Эй! Воды попей! Эй, блин. Фух. Subject detected. Scan for subject. Subject detected. Видели, да, эту штуку? Зачем я это сделал? Towards new future. В
направлении нового будущего. Мужик, хватит, меня за это выгонят. Не сталкивай коробку вниз. Иди сюда, я тебе морду набью. По-моему, немножечко поздно для этого. Я даже не знаю, зачем я столкнул. Так, эксит туда. Ага. А зачем мне это? Что? У меня вообще была идея просто дверь замкнуть, чтобы оно не это. А оно не это, нормально. А в ту сторону тогда что? Упс. А, у меня игра свернулась и меня просто убила. Дайте я сюда на секундочку схожу, просто посмотрю, что здесь. А, Radical Red. Это красочевое... Странная идея. Идея реально странная, но у меня сейчас кое-что в голове появилось. Погодите. А двери все перемыкаются или нет? Блин, а я не успеваю за один раз. Если я сейчас дерну за рычаг, та дверь закроется или нет? Или это надо было изначально делать? Черт, это, наверное, надо было делать изначально. А хотя... Так, ну ачивку-то я получил за это уже, да? Так, раз от чего? С черепахами тусуются? А, ну да, Radical Red это у нас... я понял, из песни про черепашек-ниндзя. Странная идея, я понял. По-моему, даже Микеланджело говорит эту фразу, когда... Это заставка черепашек-ниндзя из 80-х. А что если... Попробуем еще кое-что сделать. Если эта коробка нам еще понадобится. Тут написано к тому же пуш, видите?
О, странно, тут это не работает. Ну, допустим. Давайте вниз заглянем. Пока оставлю эту коробку здесь, но типа я ее раз с собой спустил, значит, наверное, она может еще нужна будет. Да, вниз. О, спасибо. Я думаю, вот так. Запись в журнале номер один. Я толкаю ящик. Опять. Ого. Я его напугал, да? Такая большая и злая собака, а Салюта боится. Сказали же, что будет фейерверк. Да? Мне теперь даже... Стоп. Эти дирижабли мне почему-то Кирова напоминают. Добро пожаловать. Снегопад прекратился. Но дорога может быть скользкой. Спасибо, я вас понял. Экси, кстати, туда. Будьте осторожнее. Но раз мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал... Да-да-да. Ага. Раз снегопад прекратился, тогда эту серию тоже будем заканчивать. Потихонечку продолжим, наверное, с этого момента дальше. Я не знаю, как там сохранится. В крайнем случае, если что, потом подойду к этому месту. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.